Ну что ж, вот мы и убили последнего босса и подошли к финалу. Наше убежище горит. И пора уже заканчивать игру. Так, нужно найти... как его звали? Герман, не Герман? Не знаю. Не помню точнее. По-моему, Герман. А, так. Ворота открыты. Хорошо. Ух ты. Здесь мы ни разу не были, нас не пускали. Но выглядит все довольно прикольно. Офигенно, на самом деле. А, вот и Герман. Так, я постараюсь сделать две, а может даже три оконцовки. Хочу увидеть их все. Что... Ну ладно. You've done well. The night is near its end. Now I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Здесь три оконцовки, и давайте выберем первую. По-моему, продолжить свою жизнь. Бойся крови. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Ну что ж, мы посмотрели первую концовку, и она мне больше напомнила что-то из серии Матрицы, что мы находимся в каком-то мире, вот в этом сне, и нас из него выпустили, но... Почему нас похоронили? Я вообще не понял, остался ли он после этого человека. Непонятно. Очень много не договаривает, очень много непонятных вещей. Идем смотреть вторую концовку. Ну давай. Добрый охотник, но зачем ты мне голову срубил? You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. Теперь я понял. You will be freed
from this terrible hunter's dream. Угу. То есть меня по сути освободили и тем самым похоронили здесь, в этом мире. Но теперь я отказываюсь. Такой смех, как будто он-то злой, а я добрый. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Ты не инвалид. Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Так, у меня случилась проблема, мне нужно было срочно отойти, я забыл, что здесь в этой игре нет паузы, и поэтому босс меня убил. Так, ну что ж, Герман. Хера ты. Блин, ты чё такой? Шустрый. А? Хилимся, хилимся. Блин, ты мне дашь отхилиться? Животное. Блин. Не стреляй, не стреляй. А, сбил. Отлично. Блин. Ух ты, сволочь. Это что такое? Так нечестно. Падла. О, обратно на косу переключился. Блин. Нет, нет. Так нечестно. Осталось 8 склянок. Стой, хилься, хилься. Никак. Да, Герман. Как же ты меня достал. Значок старого охотника. Не понял. Это не конец, что ли?
so the hunt begins again. Ну что ж, пришло время для третьей оконцовки. Посмотрев вторую, стало более понятно, что этот самый Герман является неким таким хранителем, что ли, охранником, сторожем, можно даже сказать. И он, я так понимаю, направляет этих охотников. Так, вон он сидит, все. И убив его, мы получили что-то вроде как силу по типу горца. И, наверное, нам пришлось бы искать нового охотника. То есть заняли место этого. Как пенсионеров выгоняют с работы, так же и здесь все произошло, наверное. Да. Стоп. Я не съел пуповину. Для последней оконцовки нужно съесть 3 пуповины. Я съел 2, и третью я не ел. Вот она. Треть пуповины. И сейчас мне должна открыться третья оконцовка. То есть, я должен победить Германа. И после этого я должен победить еще одного босса. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. Но я не знаю насчет того, как нужно было есть пуповины. Потому что кто-то говорил, что нужно их съесть именно во сне охотника, а я их ел, как только находил. Это моя вторая попытка убить Германа. Ну давай, иди сюда. Блин, да... Как так? С этой косой. Бесишь. Да, ё-моё! Блин! Почему он такой меткий, а у меня персонаж такой косой? Так, он зарядился. До взрыва осталось немного, а у него меньше пол хп. Это уже хорошо. Блин! Ладно, повезло. Давай, взрывайся. Гаденыш. Тебе. Блин. Ну ладно, второй раз попал. Ха-ха.
Блин, надо хилиться. Скотина. Да чтоб тебе. Да, с трудом, но все же добыча уничтожена. Сейчас должна быть, по сути, третья концовка. Если я пуповины, конечно, съел правильно. В этот раз она меня не поглотила, значит, все правильно. Правда, я на Германа не потратил все хилки. Мне осталось всего 8, поэтому победить это будет проблематично. Да пошла ты в жопу. Херь какая-то. Так, ладно. Так, ее немножко ясна. Блин, 4 склянки осталось. Ах ты, что это? Ой, одно хп. Неужели победил? Кошмар повержен. Отлично. Это была третья концовка. Ох. Тяжеловато, но оно того стоило. Are you cold? Good hunter. Ну что ж, похоже, этот слизняк и был добрый охотник. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. Это была довольно хорошая игра. Мне понравилось.